ванну и завтра в постели. Горы и недра, север и юг, больные кедры покажет вам Бог. Мистер Твистер, бывший министр, мистер Твистер, делец и банкир, владелец заводов, газет, пароходов, решил на досуге объехать мир. Отлично! Воскликнула дочь Сьюзи. Давай побываем в Советском Союзе. Мой друг, у тебя удивительный вкус, сказал ей отец за обедом. Зачем тебе ехать в Советский Союз? Поедем к датчанам и шведам, поедем в Неаполь, поедем в Багдад. Но дочка сказала, хочу в Ленинград. А то, чего требует дочка, должно быть исполнено. Точка. Утром у Кука звонит аппарат. 4 каюты, Нью-Йорк, Ленинград. С ванной, гостиной, фонтаном и садом. Только смотрите, чтоб не было рядом негров, китайцев и прочего сброда. Мистер не любит цветного народа. Кук в телефон отвечает: есть, будет исполнена ваша честь. Ровно за 10 минут до отхода Твистер явился на борт парохода. Рядом старуха в огромных очках, рядом девица с мартышкой в руках. Следом 4 идут великана, 24 несут чемодана. Плывет пароход по зеленым волнам, плывет пароход из Америки к нам. Плывет он к востоку, дорогой прямой, гремит океан за высокой кормой. Мистер Твистер, бывший министр, мистер Твистер, банкир и богач, владелец заводов, газет, пароходов, на океане играет в мяч. В полдень, устав от игры и жары, Твистер, набегавшись в волю, гонит кием костяные шары по бильярдному полю. Пенятся волны и мчится вперед многоэтажный дворец-пароход. В белых каютах дворца парохода вы не найдете цветного народа. Негров, малайцев и прочий народ в море качает другой пароход. Близится шум ленинградского порта. Город встает из-за правого борта. Серые воды, много колонн, дымом заводы темнят небосклон. Держится мистер рукою за шляпу, быстро на пристань сбегает по трапу. Вот, оценив Петропавловский шпиль, важно садиться в автомобиль. Дамы усажены, сложены вещи. Автомобиль огрызнулся зловеще и покатил по асфальту шурша, в лица прохожих бензином дыша. Мистер Твистер, бывший министр, мистер Твистер, миллионер, владелец заводов, газет, пароходов, входит в гостиницу «Англетер». Держит во рту золотую сигару и говорит по-английски швейцару: есть ли в отеле у вас номера? Вам телеграмму послали вчера.
Есть, отвечает привратник усатый, номер 9 и номер 10. Первая лестница, третий этаж. Следом за вами доставят багаж. Вот за швейцаром проходит цепочкой Твистер с женой, обезьянкой и дочкой. В клетку зеркальную входят они, вспыхнули в клетке цветные огни, и повезла она плавно и быстро кверху семью отставного министра. Вдруг иностранцы разинули рот. Мистера Твистера кинуло в пот. Сверху из номера 190 шел чернокожий громадного роста. Черной рукою, касаясь перил, шел он спокойно и трубку курил. А в зеркалах друг на друга похожие шли чернокожие. Каждый рукою касался перил, каждый короткую трубку курил. Твистер не мог удержаться от гнева. Смотрит направо и смотрит налево. «Едем», — сказали старуха и дочь, «едем отсюда немедленно прочь. Там, где сдают номера чернокожим, мы на мгновение остаться не можем. Вниз по ступеням большими прыжками мчится приезжий в широкой панаме, следом старуха в дорожных очках, следом девица с мартышкой в руках. Сели в машину сердитые янки, хвост прищемили своей обезьянке». 2.42.48. Астория. Можно ли вызвать швейцара? Григория. Слушай, Григорий, наверное, сейчас к вам на моторе приедут от нас трое туристов. По имени Твистер. Это отчаянные скандалисты. Ты говори им, что нет номеров. Понял, Григорий? Так будь же здоров. 21.18. Сицилия. Можно ли вызвать швейцара Василия? Слушай, Василий, наверное, сейчас в автомобиле приедут от нас трое туристов по имени Твистер. Это отчаянные скандалисты. Ты отвечай им, что нет номеров. Слышал, Василий? Так будь же здоров. 5.35.39. Италия. Можно ли вызвать швейцара Виталия? Здравствуй, Виталий. Сейчас и так далее. Мчится по улице легкая пыль, мчится по улице автомобиль. Улица Гоголя, третий подъезд. Нет, отвечают в гостинице мест. Улица Пестеля, первый подъезд. Нет, отвечают в гостинице мест. Площадь Восстания, пятый подъезд. Нет, отвечают, в гостинице мест. Правая задняя лопнула шина. Скоро мотору не хватит бензина. Мистер Твистер, бывший министр, мистер Твистер, миллионер, владелец заводов, газет, пароходов, вернулся в гостиницу «Англетер». Они позвонили у запертой двери, и вот осветился подъезд в «Англетере», пробило сверху 12 часов, строгий швейцар отодвинул засов.
поздно, сказал им привратник усатый. Занят 9-й и занят 10-й. Международный готовится съезд. Нету свободных в гостинице мест. Что же мне делать? Я очень устала, мистеру Твистеру дочь прошептала. Если ночлега нигде не найдем, может быть, купишь какой-нибудь дом? Купишь, отец отвечает, вдыхая, ты не в Чикаго, моя дорогая. Дочку и мать поразил бы удар, но их успокоил усатый швейцар. Одну уложил он швейцарской на койку, другой предложил он буфетную стойку, а мистер в прихожей уселся на стул, воскликнул «О, Боже!» и тоже уснул. Спит, и во сне содрогается он. Снится ему удивительный сон. Снится ему, что бродягой бездомным грустно он бродит по улицам темным. Друг самолета доносится стук, с неба на землю спускается кук. Твистер бросается к мистеру Куку, жмет на лету энергичную руку, быстро садится к нему в самолет, хлопает дверью и к небу плывет. Вот перед ними родная Америка, дом особняк у зеленого скверика. Старый слуга отпирает подъезд. Нет, 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 нет. Говорит он, в Америке мест. Плотно закрылись дубовые двери. Твистер проснулся опять в Англитере. Утром со щеткой пришел паренек, весело взялся за чистку сапог. Желтых и красных, широких и узких, шведских, советских, немецких, французских. Вычистил ровно положенный срок несколько пар разноцветных сапог. Только намек на последние глянет, видит. Со стула встает иностранец, смотрит вокруг, достает портсигар. Вдруг из конторы выходит швейцар. Есть, говорит он, две комнаты рядом, с ванной, гостиной, фонтаном и садом. Если хотите, я вас проведу, только при этом имейте в виду, номер направо снимает китаец, номер налево снимает малаец, в номер над вами въезжает индус, в номер под вами приехал зулус, номер напротив снимает креолка, номер под нею монгол и монголка, а в недалеком соседстве от вас будут бушмен, туарег, папуас. Миллионер повернулся к швейцару, прочь отшвырнул дорогую сигару и закричал по-английски «Окей, дайте от комнат ключи поскорей!» Взявши под мышку дочь и мартышку, птица припрыгнула.